have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет! Пойдем сегодня в Bad Business. Что-то давненько мы не заходили, не гоняли сюда. Я не помню эту карту. То ли я Нубас. Я кто вообще? Я синий? Я синий, да. Хорошо. То ли я Нубас, что вполне понятно, тут москвичи стоят, то ли реально этой карты раньше не было. Москвичи? Там есть москвичи? Да, смотри. Зеленый москвич, синий москвич. Зеленый москвич — это легенда. Да, но тут он только один, понимаешь? Даже для такой игры он всего лишь один. Хотя нет, кажется, я начинаю что-то припоминать. Надо еще вообще вспомнить, как... О, они сделали затемнение по углам, или раньше оно тоже... Настолько давно сюда не заходили, что я позабывал дофига всего. Еще бы не забыть, как стрелять. Так, да, главное не забыть, как надо стрелять на снайперской винтовке. Так, как бы меня так не грохнули бы с первого раза, мне бы хотелось бы... Наверное. Надо помнить то, что здесь есть... Система скольжения, как в Апексе. Ясно! Понятно! Он пришел за мной! Я так думаю, я сейчас встану за уголком, отлечусь. Фиг, блин! Чувак пришел за мной. Рональда Макдональда. Да, передо мной тоже только что какой-то клоунеско пробежал. Да, вот, все, я вспомнил, как скользить. Да сдохни ты уже, чувак, ну пожалуйста, ну я тебя прошу, зачем? Мне сейчас снайпер скажет. Есть! Минус снайпер! Я кого-то убить. По-моему, из всей обоймы вообще в него ничего не попал. Как в этих, в роликах, когда чувак в упор на тебя выбегает, выстреливает целый разок и не попадает в тебя ни разу, а ты его такой берешь из пистолета. Вот только что со мной так провернули. Главное, в снайпера я еще неплохо так отстрелялся, а вот этот чувак меня просто уничтожил. Причем, по-моему, второй раз. Эта карта просто дерьмо для снайпера, как я. В принципе, ну не знаю, учитывая, как я легко убил снайпера, я, пожалуй, наверное, где-то с тобой соглашусь. Здесь нету нычек для снайпера. Это... Есть, их полно, просто надо их искать. Я, по-моему, на вражеской территории. У меня такое ощущение. Да ладно, 3 хедшота! Ха-ха! До свидания, чувак. Ну, серьезно, сколько ему? 2-3 хедшота повесил, а оно живет. Ну, как так же... Я просто перепугался. Но она забежала следом за мной, такая, и все. Ой, мне еще сесть за нее дали, отлично. На месте ты стой, чувак, я тебя прошу, да не двигайся. Вот тварь, а, двинулся. Нет, тут я слишком далеко, я их не вижу. Давай, Макдональд, давай, иди, я за тебя отомщу. Есть. Прикинь, чуваки умудряются... Спасибо, я его поотвлекал, он его убил, нормально. Давай, Макдональд, пошел. Нет, сзади. Я не вижу, где сзади. Ну ладно. Минус. И даже не снайперской винтовки. Нет. Сзади, ну убей! Есть! Хорошо, мне за него ассист дали. Просто чувак прям сзади него убегает. Ну убей ты его уже! Неплохо. Какого фига у пистолета-автомата такой большой рейндж, что чувак меня чуть не убил, когда я стоял в 4 метрах от него? Пистолет, который пулемет? Да. Вижу тебя. Зачем я туда грины кинул? Не знаю. Показалась хорошая идея, но когда я кинул, это резко перестало быть хорошей идеей. Такое бывает иногда в жизни.
На кране кто-то был. Кстати, на кране офигенная снайперская позиция. И как? Ай. Чего с пистолетом? До свидания, чувак. ХПшка, вернись. ХПшка! Ах ты ж! Синие кубики над головой. Я начал в него стрелять, потом мозг такой: погоди, у него же синие над головой, он свой. И он меня убил, потому что у всех так наших... Ты синий? Мы синие, да. А я красный. Я тебя поздравляю, видимо, я тогда тебя и убил на крыше. Раз ты снайпер. Хотя, может, и нет, кто знает. Блин, это сейчас было подло. Чувак с этими синими фигурками над головой, вот он меня подставил просто. Не он меня подставил, он меня убил, а меня подставили синие фигурки над головой. Потому что я подумал, что чел свой, и я его не стал его гасить. Хотя, наверное, у него все-таки реакция была получше, чем у меня. Воды не минус. Громче воды! Перепрыгни. Спасибо. Синий москвич, привет, пока. А где? До свидания. До свидания. Минус два. Хорошо. Дабл килл. Монстр килл. Так. Где? Что это был за крик бешеной ослицы? Нет, я просто пока снайперил. В общем, так... Тут скримеры стали показывать? Или что случилось? Я пока снайперил, типа... Выжидал врага, и тут мне прямо на прицел светится морда Рональда Макдональда, и я такой... Ну это реально было. Ослик, ты живой? Как я теперь играть буду? Я не могу, мне экран трясется от того, что... Потому что он страшный. Я застрял за унитазом. Нет, нет. Нет, блин. Кролик, чтоб тебя. Зачем я за стенки вынырнул? Я подумал, я что-то рассчитал, что у нее обойма закончится. Типа, она меня покалечила. Думаю, сейчас как раз, пока я забежал за стенку, закончится обойма, я выйду на перезарядке и ее убью. Чуть-чуть мой расчет не сработал. Снупер, да, наверное, где-то был. А, да пошел этот снупер нафиг, он меня только что убил. Надо просто посмотреть, где он, и выстрелить до среднего. Хочешь поймать снайпера? Думай, как снайпер. О, худог. О, кролик. Блин, кролик свалило. Погоди, ты кролик? Нет, я не кролик, я супергерой. Супер-кролик? Нет, не угадала. А Дерсия? Мы, по-моему, кстати, выигрываем, если уж на то пошло. Да, нормально. Так, я, кажется, понял, где этот чувак, который у вас снайпер. Почему, когда я хочу тихонько посидеть, никто, блин, не вылазит? Тут вообще как? Ладно. Пойду сольюсь. Ай! Я чуть себя гренкой не минусанул своей же. Ну хорошо, я чувака гренкой минусанул. В этом доме вообще минус два получилось. Красиво. Ну, чувак реально думал, что я его не вижу там за стеночкой. Наивный. Да, есть. Победа, победа. Зато у меня 7 киллов. 14 киллов, Карл. На 6 смертей. И знаешь, MVP сделал 39 на 11, что тоже прикольно. То есть, вроде не читак, вроде как-то не бесячий чувак. Так что, поехали. Еще одну карточку прогоняем. Надо деплойнуться.
Блин, слил в прошлый раз вообще все деньги. Сколько у меня тогда было? 1003-4 денег, а... Это рандомайзер? Почему я с этой винтовкой? Кстати, Бразилия такая своеобразная карта. Ассист! Хе-хе, до свидания. До свидания. Удачное место. Нет, блин, ну ты... Посмотри на это анимешное лицо, что у тебя. А, ладно. А, видимо, да, это рандомайзер, потому что как-то уж слишком разные пушки выпадают каждый раз. Там мне, кстати, нравилось. Она хоть и бёрстовая... Ой, там снайпер. Фига себе! Что? Ой, блин, ненавижу рандомайзер. Чё? У меня щит? Оу, щит? Офигеть, у меня долбанный щит. У меня книжка заклинаний, чтоб ты понимал. Я думала, это только в арсенале. Видимо, теперь и здесь. И книжка за... Нет, ну я ему много жизни снял. Книжка заклинаний оказалась слабее, чем автомат. Ну ладно. Наверное, поэтому магов на земле больше не осталось. Потому что придумали автоматы. Да блин, это дробаш? О, мне сис дали. За что, не знаю. Сверху чувак, блин, сверху чувак. Чувак, надо проскочить. Спокой, чувак, проскакиваем. Надо зайти к ним сзади. Офигеть! Вот, я тебя не ожидал. Почему мне попадаются одни снайперские прицелы? Я, конечно, понимаю, что я снайпер, но ни одной снайперской винтовки... У меня винтовка сингл экшен. О, повезло тебе. На один патрон. Хотя бы много дамага наносит. Я не знаю. У меня большое ощущение того, что я даже не попаду ни в кого, потому что меня просто грохнут до того, как я до кого-то доберусь. О, я убил анимешную рожу. У-у-у! Анимешная рожа убила меня. Меня бесит эта анимешная рожа. Это так. Я льдом каким-то стреляю? Че это такое? Я эту пушку вообще первый раз вижу. Что? Чего? Что происходит? У меня пулемет? Ой, я чувака стеклом убил. У меня пулемет. Двоих чуваков стеклом убил. Еще один ассист. Я, короче, выбежал на пятерых. Еще и троих успел убить. Так, с глушаком? Есть... Серьезно? У меня есть передержная граната. Я тебя поздравляю. Не задохнись. Да иди ты нафиг! Все, газовая граната. Я задохнулся, смотря уже передержи. Плохо пахнул. Или пахнул. Черт, 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 черт. Слушай, это где? Где? Да вот это отдача! Я вообще ни в кого не попадаю из-за этой отдачи. Я пытаюсь компенсировать. Ну куда там? О, попал, не попал? Не понятно. Магическая книжка. О, попал! Есть, убил! Есть, убил! Есть, убил! Офигеть, как мне повезло с оружием, я бы сказала. Если бы я умел играть. Нет, отдача, конечно, зверская, но вроде как урон неплохой. Ну, там были часть ассистов, часть убийств. Кто мне дал пулемет со снайперским прицелом? Ах ты ж гадина! Ладно, у меня со снайпы хороший уложил тоже. Так, что у меня? Сингл экшен, понятно. У меня пулемет, больше я могу сказать, ребят. Маленький мальчик нашел пулемет.
Никто не живет. Так, анимешная морда. С мечом. Так. Ладно, мне по крайней мере за него ассист дали. Это я его убил. Молодец. Меня просто кто-то... Чем я? Это дробаш? Это винтовка? Что это? Чувака, секира, он меня хочет зарубить. Секиро. Shadow Knight Twice, блин. Я зарубил себе на носу. То, что больше не стоит. Я не пойму, у меня винтовка или дробаш, из чего я стреляю, елки. На вид это винтовка, но такое ощущение... А, блин, я здесь лицо кинул газовую гранату. Это винтовка. Я чувака ваншотнул. Целился в меня такой, целился. И хлопысь, и кирдык. Ай, блин, больно! Откуда у дробаша такое большое? Грена? Серьезно? Грена? Вот об... Грена? Да, ну иди ты! Дайте мне автоматическое что-то, ну серьезно! Говорю, дайте мне что-то автоматическое. Хорошо, держи лук. Игра просто стебется. Сколько у меня уже винтовок Single Action, которые были? Я понимаю, что они мощные. Ненавижу дробаши, я не умею целиться. Знаешь, в чем прикол? Из дробаша не надо целиться. Ты просто поворачиваешь его в нужное направление. О, у меня коктейль Молотова, обожаю. Такой вкусный. Да ну блин, и как? И вот что я ему должен был сделать? Убить. Еще один Single Action, спасибо. Блин, мы просто рвём сейчас. Ой, я убил анимешную морду. Да я много кого убил, офигеть-то, я чё, так много людей убил-то? Сами с винтовками, я любимая, да. Как вкусно. Офигеть, обожаю снайперские винтовки. Нет! А меня тут не видно. Блин, мы сейчас проиграем. Вообще разница в 3 человека. Очень обидно. Вот это я красивый хэд сделал. Есть. Есть! Блин, я двоих убил, там у них оставалось вообще просто капелюшечка. А-а-а! В каком-то скине? 15 на 11. Я елка. А, точно. Фу. Так, у меня 18 киллов и 12 смертей. Отлично. 15 киллов, 11 смертей. Нам надо встретиться хотя бы один раз. Да, я думаю, уже тогда в следующий раз, потому что на этом будем заканчивать. Спасибо, ребятушки, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодышек. И всем покеда. Всем покеда.